95% трейдеров теряют деньги на рынке. И это еще не полная, не точная оценка, потому что по результатам исследования ученого-экономиста, которое было основано на данных брокеров, большинства брокеров, эта цифра еще выше. И если вы не хотите потерять в течение следующих 2 месяцев деньги на рынке, досмотрите это видео до конца. Приветствую вас, меня зовут Евгений Стриж. Я уже более 20 лет на рынке. Начинал с рынка Форекс, товарные рынки, рынок акций США и заканчивая крипторынком. И почему же более 95% трейдеров теряют деньги на рынке, хотя имеют очень большое желание зарабатывать? Об этом сегодня поговорим. Трейдинг манит многих возможностью хорошо и быстро заработать. Толпы, тысячи, миллионы приходят на рынок с надеждой большого и быстрого заработка. И каждый думает о себе как об уникальном человеке, у которого обязательно все получится. Это у тех 95 и более не получилось, а вот у меня точно все получится. Но есть одна существенная проблема при торговле на бирже. Это маркет-мейкеры. Это именно те участники рынка, из-за которых большинство и не зарабатывает деньги. Это профессиональные участники, которые по сути и создают рынок, гоняя толпу куда захотят. Ведь на самом деле все просто. Нужно создать видимость. Нужно создать ажиотаж чего-то от большого, чтобы большинство поверили в рост и начали покупать. Если большинство покупает, маркетмейкер продает, чтобы стабилизировать рынок. Это их прямая обязанность. Также и наоборот, создавая панику на рынке, толпу вынуждают распродать свои активы, а маркетмейкер скупает все, разворачивая потом цену в свою пользу. И это происходит постоянно. А еще крупные игроки позаботились о том, чтобы все трейдеры действовали по одним и тем же лекалам, читали одни и те же книги и торговали по одним и тем же правилам или очень похожим правилам друг на друга. Это уровни, это технические индикаторы, это различные свечные фигуры и так далее. Но парадокс в том, что никто на этом не зарабатывает. Я недавно детально изучал, как сейчас работают маркетмейкеры. Я добыл кое-какую ценную и закрытую информацию по их работе. Так вот, работает очень дорогое ПО. Полностью все автоматизировано и учитывает весь спектр входящих данных. По каким ценам, сколько было покупок и продаж. Аккумуляция стоп-лоссов, уровни маржин-коллов или ликвидаций большинства участников рынка. Это когда счет полностью обнуляется. А самое главное, ПО маркетмейкера анализирует сделки. Точки входа на массовое применение одной и той же стратегии торговли и делает все для того, чтобы сломать такую систему. Особенно, если такая система прибыльная. Об этом мы еще сегодня поговорим. И что получается? Чтобы действительно начать зарабатывать на рынке, нужно создать свою уникальную торговую стратегию, понимая, как все работает и как торговать только по этой стратегии. И тут для каждого трейдера начинается самое сложное, а именно жесткое дисциплинирование исполнения своих же правил торговли. И если какое-то время еще трейдер может следовать своим же правилам торговли, то через какое-то время большинство просто срываются и сливают свои депозиты. А кто уже давно на рынке, я думаю, вы отлично понимаете, о чем именно идет речь. Но это еще при всем том, что вы разобрались, понимаете, как работает рынок, вывели свои правила прибыльной торговой стратегии и торгуете или пробуете торговать по ним. И казалось бы, из этого круговорота выхода нет. И как нам говорит статистика, более 95% трейдеров рано или поздно теряют свои деньги. Но есть и хорошая новость. И из, казалось бы, этой нерешаемой проблемы найден эффективный и действенный выход. Это создание своей личной торговой стратегии с помощью специального автоматического бота с дальнейшим полностью автоматическим исполнением правил этой торговой стратегии. Я 20 лет в рынке и знаю, как все устроено и работает. Я вывел 5 основных модулей или алгоритмов автоматизации торговой стратегии, которые очень эффективно работают и на основе которых можно создавать различные вариации торговых правил, комбинируя их между собой или торгуя только по одной из них. А самое главное, что автоматический бот будет строго исполнять эти правила, не поддаваться эмоциям и другим психологическим колебаниям, присущим
человеку, что исключает нервные срывы, всплеск эмоций и глупое действие, которое приводит к потере денег на рынке. С этим инструментом создание собственной, полностью уникальной торговой стратегии перестает походить на бесконечное блуждание по пустыне без ориентиров и маршрута. Оно превращается в компактный, четко структурированный пошаговый процесс по простой и понятной инструкции. Хотите узнать, что это за 5 уникальных разработанных мной модулей? Подписывайтесь и следите за входящими сообщениями, и скоро я пришлю вам видео, в котором полностью раскрою 5 секретных алгоритмов, которые сделают вас успешным и прибыльным трейдером.